Венецианской лагуны. И сегодня мы приглашаем вас на прогулку на катере по Венеции. Почему мы? Потому что это видео снято не мной, снято человеком, влюбленным в Италию. И я уже собрала все эти кадры в одном видео. Венеция. Возлюбленная глаза. После нее все разочаровывает. Иосиф Бродский. Венеция, Серениссима. Так она называлась, что в переводе означает «светлейшая». Есть несколько версий, почему она так называлась. Google или профессиональные гиды, конечно, вам об этом расскажут. Так вот, Венеция насчитывает 435 мостов, которые соединяют 118 островов, на которых и располагается Венеция, пересекая 176 каналов. Большинство мостов построены из камня, а также из дерева и железа. Основным транспортом здесь является лодка. Вапоретто, катера, гондолы, паромы. Это тот город, в котором каналы заменяют привычные нам дороги. Сейчас мы находимся на площади Сан-Марко. Венеция имеет необычную организацию. И с самого начала здесь была только одна площадь – Сан-Марко. Очарование города заключается в Кале и в Кампьелле. В лагуне нет улиц и площадей. Конечно, кроме Сан-Марко. А есть только Кале – улицы, аллеи и Кампи и Кампьелле, то есть квадраты. И вот он типичный транспорт Венецианской лагуны. Вапоретто и гондола. Чао. Самое популярное слово в Италии – это итальянское приветствие. Чао. Оно имеет венецианское происхождение. Скьяво, скьяво востро. Дословно «ваш раб». От латинского «склавус» – «раб». Это было уважительное приветствие. И с начала 19 века оно распространилось на севере Италии как неофициальное приветствие. И итальянцы до сих пор друг друга приветствуют. Чао! Серениссима, Венеция – уникальный город не только в Италии, но и во всем мире. И хотя бы один раз его нужно увидеть. Венецианская лагуна имеет запах моря. Этому городу предрекали и предрекают судьбу Атлантиды. Но Венеция, вопреки природе, вопреки стихии, каждый год продолжает радовать миллионы и миллионы туристов. В интернете очень много, конечно, интересных фактов о Венеции. Например, в Венеции был даже свой календарь до введения григорианского календаря.
и начало года здесь, и начиналось с марта. Последним месяцем в году был самый короткий месяц, это февраль. Италия и итальянцы ассоциируются с любовью к кофе. Венеция – это первый итальянский город, открывший кофе. Именно в конце 16 века врач-ботаник Проспера Альпини, обнаруживший кофе в Египте, изучил его зерна. И уже около века спустя здесь открылась первая кофейня – кафе-бар «Флориан». Видите активное движение, и мы приближаемся к мосту Риальто. И вы слышали, гид сказал: поднимайте руки и загадывайте желание. Спасибо тебе большое за эти прекрасные кадры. Спасибо тебе за Сирениссиму. И мы, конечно же, увидимся с вами в следующих видео. Спасибо вам всем за просмотр. А престо!